Ассаламу алейкум всем, мы в прямом эфире. Сейчас подождем, пока гости залетят, я пока это сообщение прикреплю. 10. Мне просто интересно, если я это не покушаю, то никто, мне кажется, уже не съест. Минут. Так. Всем ассаламу алейкум, наши уважаемые подписчики. Вы все просили, чтобы Арслан получил второй шанс. Вы все проголосовали. Больше 1000 человек проголосовало за то, чтобы ему дали мы шанс. Он пришел. Условия немного поменялись. Он попросил заменить 2 горячих ролла на 2 холодных ролла. Но с учетом того, что за счет этой поблажки мы добавим 4 сушки с креветкой. Сейчас мы вам покажем Арслана. Сейчас мы покажем, что он должен съесть и что он за это получит. И за какое время он должен это сделать. Давайте поздороваемся. Арслан, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Как твои дела? Как самочувствие? Все хорошо. Все хорошо. Да. Так, Арслан, ты попросил поменять 2 горячих ролла на 2 холодных, с учетом того, что добавится вот эти 4 креветки. Да. Граммовки соблюдаете те же, просто добавляются. Все, мы все взвесили, все честно. Да. Роллы небольшие. Ну, как говорят, что, мол, специально большие роллы. Можете прийти проверить сами это. Все, вот Арслан. Никаких претензий не имеет. Вот это он должен съесть. Вот эти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять роллов. И вот эти 4 сушки с креветкой. Вот у него здесь есть и ореховый соус, и соевый. Также есть у него вода. Вот деньги. Вот секундомер. Арслан, ты готов? Да. Ты готов, брат? Да, я готов. Я тебе желаю удачи. Баракалла. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Старт. Время пошло, Арслан. Я даже, Арслан, тебя не буду смешить, отвлекать. По крайней мере, постараюсь не смешить и не отвлекать. Красиво. Красиво боком залетели 2 ролла сейчас. Ребята, честно сказать, всей душой болею за Арслана. Хочу, чтобы он выиграл. Вот он приз. Вот время. Прошла минута, уже 1,5 ролла нету. На этот раз он не так сильно спешит. Спокойно на рахате, да, Арсик? Технарь. Как на хату заказал? Ну ты прикинь, у тебя какой характер. Ты все-таки, видимо, перед сном задумывался, что ты можешь. Серьезно, было такое? А вообще по городу люди узнают? Да, многие подходят. Говорят, болели за тебя, да? Эфир моросит или сейчас нормально? Что-то какие-то непонятки были с интернетом. У него минута 37 секунд. Не, минута 40 прошла. А в общем у него было 30 минут в распоряжении. У него сколько там осталось еще? Ну, 28 минут у него еще есть в распоряжении. Ва алейкум ассалам. А почему ты Арслан с ореховым кушаешь? Так он лучше он залетает? Вкусный. Он вкусный, да? Угу. Кстати, Арслан рекомендует наш ореховый соус. Вообще, реально вкусный. Роллы как тебе, Арслан? Бомбовый. На здоровье, брат, кушай. Расти большим и сильным. И так большой уже. Соус есть не обязательно. Имбирь, васаби есть не обязательно. Воду тоже пить не обязательно. Это по желанию участника. Чего спрашивают? Wi-Fi надо поменять, пишет. Магометка пишет то, что он не сможет. Как ты себя чувствуешь, Арслан? Четко? Одна тарелка почти улетела уже. У него были 2 такие тарелки. Пишут Арслан на рахатах. Аккуратный Арслан. Аккуратный Арслан, мастер спорта.
спрашивает, Арслан не лопнет? Нет, не лопнет. Арслан, он просто сейчас матч-реванш. У тебя уже грамотная тактика появилась. Аккуратно. Без сумбура, без суеты. Хладнокровно. Просто разбираешь соперника по кусочкам. Отвечаю, был бы здесь Брюс Баффер, чтобы тебя представить. Если у меня чуть-чуть получалось бы, как он представляет, я бы тебя представил. Ислам Таганов пишет, он, наверное, устал. Гаджи пишет то, что я в него верю. Арслан, не отвечай Мухаммаду, ешь. Я вообще его не этот, косметика Каспийск. Я вообще его на этот раз не отвлекаю, даже Арслан. Почему? Потому что я реально зауважал этого человека и хочу, чтобы он победил. Не только я, здесь тысячи людей за него голосовали. Одна тарелка ушла боком. Аккуратно по махачкалинской трассе. Аккуратно по махачкалинской старой трассе он выиграет. Иншаллах он выиграет, пишет. Сколько? Спрашивают, сколько времени ты не ел? Вчера ночью. Вчера ночью был последний прием пищи у Арслана. 120 человек в эфире. Пишут, Алиф пишет, Арслан газуй, брат. Слава, брат. Потом Магомед Хан пишет, Арслан газуй. Какой коэффициент, то, что он съест? Ты в натуре ислам, ну что тебе, букмекерская, что ли, коэффициенты здесь устраивать? Кадир пишет, машаллах, у него аппетит. Ислам пишет, да не, он не сможет. Дай Аллах, чтоб выиграл, пишет, не сможет он. Марко. Арслан, каким спортом занимаешься, если занимаешься? Дзюдо. Арслан дзюдоист. Нурмагомедов пишет, на что 10 штук потратишь? Домой отнесу, телефон куплю. Все, он добавит деньги на мобильный телефон. Спрашивают, Арслан, ты кто по национальности? В прошлый раз уже задавали этот вопрос. Я могу за Арслана ответить. Ответь, Арслан. Он наполовину армянин, наполовину... Даргинец. Завтра приеду, буду участвовать. Ну, это как вам повезет. Это решает Арслан сейчас, кто-то приедет сюда или нет. Добрый день. Так и знал, что Даргинец пишет. Спрашивают, где тренировался? В Спартаке тренировался? Нет, в Спартаке он не тренировался. Дай Аллах, чтобы он выиграл эти деньги. У Арслана прошло ровно 10 минут. Еще у тебя, брат, 20 минут в твоем распоряжении, смелых 20 минут. Что ты скажешь про свое самочувствие? Нормально. Нормально? Место есть в баке? Есть место. Время есть, место есть. Все есть. Все есть, желание есть, возможность есть. Арслан бомба пишет. Сенсайри, скажи ему. Сенсайри, Арслан. Весь в натуре, что Багаева пишет? Так, теперь отдых. Что пишет? Пускай не пузо погладит, так лучше будет. Такие здесь, что попало пишет. Арслан знает, как надо грамотную тактику выбирать. Если не бахау, на хат не пустят. Вопрос задают, хороший тебе вопрос задали. Арслан, проанализировал ли ты свои ошибки в прошлый раз? Да. Да, вот такой короткий и уверенный ответ. Съел он уже 7 роллов ровно. Ровно, осталось 3 ролла. И по времени уж 14 минут, даже нет, 13,5 минут. Думаешь, чем? Вот что ему осталось. И истекло уже 17 минут 50 секунд. Арслан пожиратель. Кушай, не разговаривай, пишет. Столько, сколько он съел, только Кинг-Конг съест, пишет. Я вам скажу, Арслан даже может сверху сейчас еще Кинг-Конга съесть. Желтые роллы называются маминори с лососем, вот эти, а вон те с сыром желтые, это холодный ролл Цезарь. Эти? Да, это холодный ролл Цезарь, да. Так.
Машаллах пишут. Ай, блин, ну это прозвище я не могу зачитать. Какое? Арслан Черная дыра. Че попало пишет? Черная дыра, это в космосе есть такая тема. Туда любая планета залететь может. Не только планета. Ну да. Кто хочет завтра прийти, приходите. С позволения Арслана. Девушка пишет, ничего не крал, но его украла бы. Ай, сау. Это Алиям. Алиям, по-моему, написал. Тормози, да, братишка. Тормози, братишка. А так эти рулы куда так часто пропадают? А так на дороге не блефуйте. Все правильно. Все правильно, небольшой расход. Меньше 10 минут осталось. Руками давай пишут, Гасон. Ай. Тот раз на туре. Пишут, еще добавьте ему время. Тебе нужно еще время добавлять? Если можно. Что думаешь, не справишься? Ну, в конце посмотрим. Как себя чувствуешь, Арслан? Нормально. Потихонечку. Пишут, Арслан, мы верим в тебя. Расскажи о своем самочувствии. Что, как ты вообще? Бак полный, не полный? Без горячих роллов легче морально, да? На них смотришь, думаешь, что заплакать хочется. Ай, блин. Хорош, двойка пошла. Минус два. Итак, Арслан. Минуснул двоих. Еще им берем их, прикрыл, чтобы аккуратно их. Никто не заметил. Боком. Боком двое. Минус. Минус два. Просто выстрел эмоджи. Люди пишут, у меня сердце за него болит. На прошлом эфире, когда была запись, типа, я смотрел комментарии, типа, ага, было очень приятно слышать то, что люди за меня болели. Ага. Хотя первый раз в жизни меня видели. Говорили то, что я поднял им настроение, все такое. Спасибо вам большое, то, что вы есть. Все. Вот такие вот в ответ приятные слова Арслан вам сказал, наши дорогие подписчики, зрители. Вот сейчас на тапочку, да, это пишут. Уже здесь ажиотаж пошел. 200 с лишним человек смотрят. Арслан, давай, давай. Они темп поднимают. Арслан, тянешь, как себя чувствуешь? Не, я их покушаю. Просто времени не хватит. Арслан, минута почти осталась. Может, газанешь, брат? Не, плохо будет. Плохо будет. Никогда не кушайте быстро еду. Глотай, Арслан пишет. Дайте ему 5 минут. Добавьте ему время. Арслана есть еще время. Ровно минута. Последняя минута пошла у Арслана. Осталось есть 4 кусочка ролла пирамида, один кусочек маминори и вот эти 3 сушки. Осталось 30 секунд у него. Арслан, я тебе добавляю, брат, 3 минуты. К основному времени 3 минуты я тебе добавляю. Устраивает? Арслан, 3 минуты пошло. 30 минут закончилось. По многочисленным просьбам я добавил 3 минуты. Чисто за ваши просьбы, дорогие подписчики, которые здесь много человек написало, добавьте 3 минуты. Он легенда. Он вообще сейчас то, что делает, это... Я думаю, никто не повторит среди тех, кто подписан на МТОКИО. Ленина 33 с тобой, брат. Верю в него. Блин, столько старался. Дайте ему 8 тысяч хотя бы. Газуй. Жуй быстрее, Резван пишет. Блин, как люди расстраиваются. Плачут уже здесь, что прикинь, ты выиграл. Арслан, минута с небольшим осталась.
Ну хотя бы какой-то отпечаток в историю оставлю. Все замерло, прикинь. Все замерло. Тут а люди что пишут? Тут как за тебя болеют? Я в шоке вообще. Кидай все в рот быстрей. Арслан, газани, брат. Газани. Алло. У тебя минута последняя пошла, Арслан. Просто дай характер. Я подожди. Тебе все в рот засунуть, что ли? Как себя чувствуешь, Арслан? Нормально. Не, все в рот по два закинь. Там не хватит времени. Я тебе еще дополнительную минуту от себя добавляю. Все курьеры им Токио с тобой пишут. Уже с окна крича, давай, Арслан. Так, у него вот сейчас идет третья минута добавленного времени, заканчивается. Остаются вот эти вот четыре кусочка. Твое самочувствие. Все хорошо? Ничего не болит? Добавь еще. Давай, давай, кричат. Он сможет. Сейчас три минуты заканчиваются, истекают. И последнюю минуту. Все, последняя минута пошла, Арслан. Которые минуты я тебе добавил от себя. Ага, что-то он их затарил там два кусочка. Давай еще две. Ну, брат. Он не за денег, он просто бахать хотел. У тебя 40 секунд, Арслан. Тридцать секунд, Арслан, последний. А, не успею. Это очень тяжело, ребят. Это очень тяжело, Арслан. Это очень тяжело. Арслан, давай, газуй. 10 секунд. Я не успею. Нормально, нормально. Газуй, Арслан, я с тобой. Прошла последняя дополнительная минута. Я еще от себя пятую минуту добавляю. Последнюю. Все, Арслан, газуй. Я за тебя, брат. Я тебе уже пятую минуту добавляю. Просто тянешь, Арслан? Тянешь, брат? Все, газуй, брат. Чтобы потом никто не думал, что я зажал деньги и не хочу, чтобы он выиграл. Я от себя добавляю пятую минуту. А что время так быстро летит? Я в шоке. 30 секунд прошло, Арслан. Газуй. Закидывай в наглую. В наглую закинь, брат. Успеваешь, брат? Закинь, да закину. Закинь. На проглотить мы тебе добавим. Ты главное 20 закинь. 20 секунд осталось. 20 секунд. 19 секунд, Арслан. Газуй, вы молодцы. Арслан легендарный пишет. Арслан легендарный. Красиво. Бабки ушли. Бабки вот эти ушли. Арслан легенда. Он победил. На. На, держи. На, держи еще раз. Отсюда. Вот так. Вот так. Арслан легендарный. Покажи банку. Арслан легенда. На, держи еще. Он сделал это, ребята. 35 минут. Мы 5 минут ему добавили от себя. Он ушатал 2,5 килограмма роллов. Он просто подкинул их и не поймал. Просто не понял. Number one. Лучший. Лучший вообще из всех, кто кушает роллы на Дагестане, на мире. 10 штук твои, Арслан. 10 штук твои, брат. И абонемент в МТОКИО на 1000 рублей. Большое вам спасибо. Я не знаю, почему так болеете за меня, хотя я вам никто. Все те, кто захочет встретиться со мной, поговорить, что-то там обсудить или что такое, всегда рад, пишите, звоните. Всегда встречу с вами, поговорю. Смотри, Арслан, ты сотворил легендарное. Это, во-первых, ты сотворил легендарное. Всем спасибо за поддержку. Вот эти все люди, Арслан, вот ты их видишь. Всем большое вам спасибо. Всех благ. Ждите новый челлендж. Ждите новый челлендж.